Я предлагаю испечь нам сегодня тыквенные кексики. Тем более сезон в самом разгаре. Режем тыкву на кубики. Будем тушить до мягкости тыкву. Итак, выкладываем тыкву. Маслица. Маслица. Растительное. Держи блендер. Поехали. Смешиваем муку, разрыхлитель и сахар. Я, кажется, давай все смешал. Прошу. Добавляем яйца. Ставим кексики в духовку на 35 минут. Белки от желтков я для тебя разделю. Сахарную пудру. И начинаем взбивать. Нужно проверить, все или не все. Это как? Вот так. Мама! Погнали? Погнали. Вкусно! Осенью совершенно не хочется выходить из дома. А какое лучшее место в доме? Правильно, кухня. Особенно, если это кухня от Леруа Мерлен. Записывайтесь на бесплатное проектирование на сайте. Опытные специалисты сопроводят вас на каждом этапе. От проекта до установки. Вкусного вам вечера.